Вот. Видите, чем? Как они делают? Ставят сначала корги, корги, корги. Ну, просто копируют. Видите, скопировано откуда-то с объявления. Корги, 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 корги. Хоп. Ну, и за 20 тысяч они реально продают вот этих щенков. Три последние фото. Это их фотографии. Это дворняжка. Такого окраса у корги никогда не будет. Никогда. И вам продадут за 20 тысяч такой корги. Вот. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Интересно, так их разоблачать, этих мошенников. Мне интересно. Хочется даже иногда звонить им и сказать, что вы обманываете людей. Просто жалко. Вот еще 20 тысяч. Что это тут за корги? Раз, два. Чисто видно, что слизанные фотографии. Смотрим профиль. Очень часто нужно профиль заходить. Надо же, что-то есть. Два активных. Тоже тогда были. Тоже ретривер золотистый 15 тысяч. Ну, не может золотистый ретривер стоить 15 тысяч. Даже без документов. Понимаете? Не может. И вот заходим в личное. К ним в личный профиль. Смотрим. Выдает дворняжек за ретриверов. И фото на Авито выложены не те. Вот. Прошу удалить в вашем объявлении фото моих щенков. Это мои щенки, а вы перекупщица. Смотрите. Смотрите, что происходит. Все красивые, чистопородные. Но не может корги стоить 20 тысяч. Что вы бред несете, а? Поэтому не ведитесь вы на это. Пожалуйста, не ведитесь. Потом будете плакать, кусать свои локоточки, а уже будет поздно. Корги не может стоить дешевле 40 тысяч.